После окончания первого в нашей стране конкурса профессионального мастерства «Лучший детский стоматолог» в конце 2015-го интернет и печатные СМИ буквально взорвала информация о том, что его победительницей стал не специалист столичной клиники, а региона, врач Пинской детской стоматологической поликлиники Ольга Гулюк. Работа молодого стоматолога отмечена и высоким для каждого пинчанина признанием. Ольга Гулюк стала человеком 2015 года в области здравоохранения. Запомнились Ольге и поздравления мэра города, и аплодисменты зала, которые тронули ее до глубины души и стали стимулом движения вперед. В любом докторе есть определенное количество амбиций, и хочется их подтверждать, что это не зазря. Ну, в принципе, у докторов большинства такое есть, присутствует. И когда, естественно, ты добиваешься чего-то, это еще приятнее, еще больше стимулирует что-то делать, работать, повышать свою квалификацию, опыт, чтобы держаться в тонусе. Стаж работы выпускницы Белорусского государственного медицинского университета всего 3 года. Но ее целеустремленность, профессионализм, квалификация, которую она постоянно повышает, умение работать с маленькими пациентами и их родителями, и есть лучшее доказательство завоеванных ею почетных титулов. Сложности есть в работе и с детьми, и с родителями. Вот. Но в то же время она кажется приятной, потому что ты изначально подготавливаешь ребенка для лечения в дальнейшем, чтобы он как бы адаптировался к стоматологам, правильный образ жизни вел, здоровый образ жизни, и ходил, естественно, регулярно на прием. В последующем уже, когда человек взрослеет, чтобы у него уже было понятие, как ухаживает за своими зубами, следит за ними, как поддерживает свое здоровье. Первым серьезным экзаменом стало участие в конкурсе «Лучший стоматолог», который молодой специалист выдержала с блеском. И главным для себя Ольга считает то, что оправдала доверие коллектива. Но особенно важно то, что лучший детский стоматолог страны, обладательница титула «Человек года» справедливо считает, что такие мероприятия помогают обратить внимание на детскую стоматологию, одно из важнейших направлений здравоохранения, незаслуженно до недавнего времени остававшегося в тени. Коллектив очень доброжелательный и хороший. На рабочем месте всегда хочется, конечно, чтобы совершенно материалы были. Не всегда возможность есть финансировать. Вот. Опять же, честно, с рентген-кабинетом проблемы возникли у нас в поликлинике. Конечно, хочется, чтобы сделали ремонт, ремонтировали, новый, в конце концов, аппарат закупили. Есть, конечно, всегда моменты, которые хочется еще улучшить. Детский стоматолог – профессия очень сложная. Кроме специальных навыков, требуется талант психолога, умение создать маленьким пациентам наиболее комфортную среду при лечении зубов. Но именно эту профессию выбрала лучший стоматолог страны, мечтавшая о медицине с детства. В первую очередь нужно получать удовольствие от своей работы, от своей профессии. Естественно, мы любим свою профессию. Естественно, нужно постоянно совершенствоваться, повышать квалификации, ездить на какие-то курсы, семинары, обучение для того, чтобы что-то знать и уметь, потому что стоматология, она не стоит на месте, постоянно какие-то новшества появляются, и, естественно, нужно это все знать, чтобы как-то держаться на плаву. Несмотря на все сложности, у Ольги Гулюк замечательная работа – дарить детворе улыбки. Ее сердце всегда открыто навстречу маленьким пациентам, а золотые руки готовы исцелять боль.